не бьешь, чуть-чуть они подойдут в мельзону, тогда бьешь, когда семя порчи кидается. И второй момент, который на тебя может скинуться, это метка демона. Вот. Это метка демона. Через какой-то период времени, у тебя появится, как на смотрителе, в окошке. У тебя на смотрителе видео появляется над этими... над обилками появляется такое окошко с прожатием аннигиляции. Видел или нет? Или ты через... делаешь через... Бля. Ты через это делаешь? Через макрос? Ну, короче, у тебя над обилками... У тебя стандартный интерфейс или нет? Смотри, у тебя над обилками будет появляться такая фигня. То есть убери прям по центру экрана, убери место прямо над обилками, будет появляться такой квадратик. Там будет обилка появляться, медитация. Что ты должен будешь сделать? Когда вот эта вот обилка появится, тебе нужно будет максимально быстро зайти в комнату. Но это сделать не сразу. Не сразу. А когда босс закастует вот этот вот скилл. Демоническая длань в кого-нибудь из трех меток. В крест, квадрат или луну. Почему нельзя нажать сразу? Потому что если ты начнешь кастовать и в тебя залетит вот эта вот херня, ты уйдешь в комнату с пол хп и сдохнешь там. То есть ты должен подождать, пока залетит вот эта херня, сказать быстро, я ухожу, тебя бы в этот момент быстро прохиливают. Если нету возможности говорить, надо, чтобы ты макрос какой-то делал. Говоришь, я ухожу, тебя прохиливают. На фул ты уходишь в комнату. В комнате что будет? У тебя каждую секунду отнимается здоровье, во-первых. Плюс бес сам чуть-чуть тоже дамажит, по 1000 примерно. Вот, допустим, здесь бес будет. Твоя задача. Вокруг него будут появляться сферки. Твоя задача его убить в ПВП. То есть ты его должен будет задотать. Задотать. Если есть чем подстанить, соответственно, подстаниваешь тоже. Вот. Он появляется в комнате, и вокруг него появляются сферки. Эти сферки, они тебя отхиливают и увеличивают урон по бесу. То есть, как это сделать? Появилась сферка, ее как взять? Нужно вот так вот вокруг нее побегать. Ну, не вокруг, через нее побегать. Если ты просто будешь на месте стоять, она не возьмется. Нужно именно через нее вот так пробежаться. И она где-то через секунду тебя прохилит. И тебе нужно будет победить этого беса. Сразу предупреждаю, там бьет очень больно. Не помню, можно ли его фирять. Можно. Вот, можно его фирять. То есть, ты можешь его вначале, допустим, фир кинуть в него. Закинуть на него пару доток. Взять какую-нибудь сферку. Потом чуть-чуть подамажить по 5 здесь сферку. У тебя там каждую секунду увеличивается урон по тебе. Поэтому очень важный момент, чтобы ты... Чтобы ты держал есть? Себя на пух. А? Афлик-спек есть? Не знаю. Хреново. Дестриком там либо запустил, либо сдох. Все. Два руки. Ну, Дестриком мне говорили наоборот проще люди, которые закрывают. Вот не знаю. Но ну, там бурстить его... Койл сразу не сдаешь, койл даешь на пол хп. Там синяка вызывают вроде. Там вызывают синяка, там еще прокачан должен быть стан, чтобы его застанил, дал в него прокаст, кинул койл, пока он бегает, ты собираешь сферки и дальше кастуешь. Так он сам не больно бьет, мы проверили, по 1000 бьет. Там бьет именно время, гниение это. Так что, в принципе, стан не сильно нужен. Он по 1000 урона бьет, войд скидывал. Ну, когда он бьет, там же это... Каст отменяется на 30 миллисекунд назад. Но... Не, ну можно попробовать забурстить. Так, забурстить тупо не получится, это 100%. Смотри, ты должен будешь раскайтись в любом случае и с этими сферками играться. То есть правильно отдать свои скиллы и выжить. Приоритет тебе выжить. Ну и максимально быстро его убить. Ну просто надо, чтобы ты сходил, проверил. Теперь, Юй, Бахман, вы здесь. Погоди секунду. По поводу лока. Один каст дал, в сферу зашел. Каст дал, в сферу зашел. Каст дал, в сферу зашел. Вот так. Надо попробовать, Даша, ты попробовал. А Пахлаван и Юй, вы здесь? Да. Смотри, Коля, ты танчил здесь? Тебе надо рассказывать? Или не знаешь, что делать за танка? А я хорошо. Не помню. А я объясню сейчас. Тогда начнет Коля танчить первый. Смотри, Пахлаван, когда у Коли там будет где-то 4 стака, плюс-минус, 3-4, ты должен будешь забрать босса. Он будет вот подвешивать на тебя вот такую хуйню. Будет на тебе стака. Чем больше этой хуйни подвешено, тем больше по тебе урона проходит. Как происходит смена? Допустим, даже там 3 стака, 4 на тебе. Если у Коли
Ладно, не так. Допустим, Коля танчит, на нем уже 5 стаков, он говорит, забирай. Забирай. Босс кастует 7 порчи, не в тебя, вот этот вот скилл, ты забираешь босса. Если 7 порчи висит на тебе, ты ждешь окончания 7 не порчи, там где-то секунда, когда остается, ты перетанчиваешь босса. Для чего это делается? Когда урон наносится по тебе, когда на тебе висит 7 порчи, если там нанесется определенное количество урона, вылезут 2 беса больших, и они нас всех развалят. То есть ты должен будешь забрать босса, когда на тебе почти нет, заканчивается 7 порчи. Я таунчу, грубо говоря. Да, если на тебе нету 7 не порчи, просто смело танчишь. Да. И то, соответственно, Коля тоже самое делает. И вы так меняетесь. Теперь, что касается всего остального рейда, вы все играете по трэшу. Всегда. Приоритет играть по трэшу. Играете всегда по трэшу. Вот там сдохнет с течением времени. И убиваете трэш. Трэш нужно дамажить. Также, смотрите, трэш взрывается. Это тебя, Вадим, касается. Допустим, на тебе висит... Босс будет на тебя подвешивать... На обычных людей, которые бьют босса, может подвешиваться 2 каста. 7 порчи. Что делается, когда вешается 7 порчи? Ты также продолжаешь бить трэш, но когда трэш... Когда трэша мало хп, вот, допустим, здесь стоит босс, здесь с этой стороны трэш. Когда у трэша мало хп, ты с этой стороны перебежал и на фул рендже бьешь босса. То есть, чтобы бесы, когда взорвались, они не все урон тебе нанесли. То есть, ты отбежал на макс ренджу с другой стороны, с противоположной. Это который касается людей, у которых висит 7 порчи. Также. Босс, если все херово будет, он может повесить на вас вот такой каст. В идеале это не должно произойти, но он может на вас подвесить. Метка демона. Если он подвесил на кого-то из вас метку демон, кто стоит в мили-зоне, вы должны будете выбежать куда-нибудь подальше от рейда. Вот, допустим, сюда выбежит. Ну, к примеру, просто выбежать от рейда. Он меня забежал. Отбежали от рейда, потому что вы заразите всех. И то же самое, у вас появится каст медитации. По центру экрана, у кого стандартный интерфейс, вы тоже должны сказать, ждать, когда он появится, ждать, пока упадет метеорит, говорить, я ухожу в комнату. Вас прохнили, и вы пошли убивать беса. Это касается людей, на кого повеситься. Но в идеале будет вешаться только на 3 людей, которые крест квадрата у нас стоят. Понятно этот момент или нет? Или что-то еще объяснить? Босса убиваем в луне. Сдержим. В трусах, точнее, не в луне. Так. Давайте, кто бьет босса ДД фласку, то на комнату этот сапрот. То есть Void Junk определенно сапрот. Петя, наверное, тоже сапрот выпил. А все остальные ДД. Да, ну и там. Окей. Тогда этот. Все хилы тоже сапрот. Пейте. Санечка, не рассказал тебе, как здесь хилить. Смотри. Ты хилишь как? Все, во-первых, тоже должны быть по щитами. И в приоритете люди всегда должны быть по щитами крест, квадрат, луна. Они всегда должны быть на фул хп. Всегда. Потому что если они на фул хп, их может убить. Также, человек, на которого вешается семечко, тоже должен его щитовать. Обязательно. Понял. То же самое, щиты не перебиваешь, держишь всех на фул хп. Забудь про исповедь тоже на максимум кастовать. Чуть-чуть прокастовал. Ну, сопля. Обновление. Да, сопляй. Ну, исповедь тоже кастуй, но только не на фул. Не надо на фул. Саш, нас тут как делают некоторые ДС, они исповедь кастуют в себя, когда в толпе стоят. Еще раз? В себя исповедь кастуют некоторые ДС, чтобы прохиливать вокруг. Ну, так, это не очень хорошая практика тоже, Женька. Не во всех ситуациях она подойдет, скажем так. Ладно, давайте. Санек, смотри. Ну, да. Твои действия. Ты стоишь в метке, да, ждешь комнату. Ты да. Свою бурсту даешь исключительно в тот момент, когда бесы остановились, и с них спал стан, и они начали кастовать. Вот только тогда. Если ты начнешь дамажить в них, пока они под станом, они из стана побегут на тебя, если ты их перегравишь. Конечно. Я это знаю момент. Я буду по боссу бить, потом появятся бесы, и подбегут к вам, момент. И я, конечно... Исповедь можно давать того человека, который уходит в медитацию, чтобы быстро его поднять. Да. Понял. Исповедь, она почти никогда. Вот тут Петя рассказал единственный момент, когда ты на фулка кастишь. Потому что тут нужно будет много хилить, очень сильно пробивает всех. Вот как-то так. Все, сейчас готовность на пол.
все кушаете все рыбу? Еще раз. Определенно луна, джамп, квадрат, войд, спирит, крест. Юй, ты должен поставить босса, чтобы он стоял примерно в трусах. А вы все к стенке прижимаете. Ну, там подскажем. Все, готовность. Еще раз забегаете все через сторону. Геруду Димспула. Забегайте все. Так. Все. Припоты можете, в принципе, тоже нажать. Скажешь, когда тебя заменят. Угу. Войд, ты крест. Войд. Демоническая глань. На меня летят бесы. Метка демона, джанк. Вот на тебя вешается метка демона. Жди, когда появится каст медитации, ты должен сказать. Бей босса, бей пока. Не босса, а мобов. Вот. Появилось? Но... Юй, на мне уже 6 стаков. Не очень. Должен забирать. Забирайте. Джанг, уже должно появиться был. Уходит Джанг. Прохилл Джанг. Ну пробуй закрывать комнату. Все, я забрал. Через сферку надо Джанг пробежать, прохилиться. Ну ясно. У меня всем. Водный бес. Ну все, давайте и выйдите. Не знаю. Не выйдем, да. Не знаю, ребята, вы даже танки между собой говорить тоже. Они это. У меня 8 стаков, давай, блядь, забирай. Ты там где очнись. Смотри, Коля. Коля, касается. Да. Смотри, чтобы с тебя стаки спали. Похлован, ты тоже стаками не забирай. Я не забирался стаками, мы даже до этого не дошли. Во-первых, во-вторых, мне сказали на 4-5 стаках забрать. Как у Юи появилось 4 стака, я забрал на 4 стаках. Теперь вы говорите, что это рано, блядь. Секунду. Подожди, 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 чего вы сразу агритесь начнем? Этот. Видишь, он пишет 102 было, во-первых. Во-вторых, этот. Чем меньше стаков на вас, тем, тем меньше хилам вас нужно будет хилить. Это первый момент. То есть, пропал дебаф, можете сразу меняться. Сразу, не ждите ничего. Там сколько не было бы стаков, сразу меняйтесь, если появилась возможность замениться. То есть, если на вас 7 не щит, и вас не кастуется она. Сразу забирайте. Чё, зачем ждать по 5 стаков? Можно на 2, на 3 хотя бы забирать. Похер. Главное, что этот дебаф пропал. Просто на 2, на 3 не получится забрать. На мне было 6 стаков, но меня не забирали, пока я не сказал 8. Ну, 6. Иногда такая, такая возможность. Ну, будет такие моменты, когда 6. Если на нем 8... семечко. На нем семечко по КД может быть. В этот момент он не может с тебя его забрать. Ну, КД так вы об этом не сказали ничего. В смысле не сказал? Я же то же самое. Я же рассказывал, когда сказал, на тебе семка. Подожди. Не перебивай пока. Я сказал, когда на тебе семка, ты ждешь одной секунды семки. Вот у него такая же ситуация была. На нем была семка, он ждал одной секунды семки. Вот, вот тебе ответ. Понял? Иначе я неправильно понял. Я думал про стаки, но... в принципе, вот эти. Одна секунда. Стаки? Не только стаки. Я же тебе говорю, еще раз повторю сейчас. Ничего, главное, я понял, если называется. Есть дебаф семя порчи, да, как он там называется, тогда на одной секунде окончание семя порчи. Да, и вот приоритет, вот чтобы вот эта у тебя фигня спала, демоническая стрела, да, стаки спали, все, ты можешь забирать босса, но если на тебе семка, ты это не делаешь. Понял, ну, все. Да, значит, все. Суманить пойду, я пойду. Еще одна попытка давай у тебя, потому что если нет, то долго придется тебе здесь учиться. Да нет, если что, я нюансы понял, то там сложного ничего нету для второго танка.
Нет, танки нормально все делают. Да, тут чисто воин. Семка спала, стаки спали, все забрал. Ну, смотри, Вадим, если ты прям... Стаки, все. Сбросил стаки, первый танк забрал, если симки нет. Все, вся тактика. Вадим, если ты прям мегапотный, то ты можешь переключать печати. То есть, когда есть бесы, ты автоматически включаешь эту хуйню. Если ты нет, переключаешь, то... Сань, 5 стаков он не успеет тебе накопить, то что просто под повиновением херачит. Ну вот и все, тогда и бах под повиновением. Так. Лок. Есть потенциал, нет? Ну, я столько видел, как у него здоровье отнимало, если честно. Погоди, не видел, погоди, 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 погоди. Он сам должен сказать. Ну ты там отлетел очень быстро. У тебя был шанс выжить вообще? Потому что там чем дольше, тем больше. Сколько ты оставил бесу? Бесу сколько оставил? Там смысл сколько убить 3-4 сферы, а дальше тебя комната шотает. Да, если у тебя это не получается, то надо будет сразу менять. Все, давайте, короче, готовность, чтобы лишнее, опять же, время не тратить на эти разговоры. Пуня, Юи, Войт. Все готовы. Побежали, все в комнату. Внутрь забегите все. ДБМ-пул. Ребята, идите, вставайте на метку сразу, пожалуйста. Иди на метку свою, Джан. Все, и бей босса, Гер же не слеет. Сейчас он встанет нормально, что ли? У меня вообще. Ух ты, блядь. Это выруби, прикрой, блядь, опять вампира. При входе в комнату включишь. Магическая длань. Метка демона на определенно. Хорошо. У меня первая печать, короче. Так, у меня семечко. Так что Юй прожимай. Ну, заберешь, как я сказал. Саш, сейчас это... Ну, Мавар, прохили сейчас определенно сам. Я пока прохили рейд. Хорошо. Все, забираю. Ну и где же? Ухожу, прохил. Я просто кину тебе быстрее, но может ничего не успел. Первый раз есть. Нахуй тебя прохили, а ты заходишь туда глыбой, Сашка. Ну, блядь, на пул-то я должен зайти? Мало ли шотнет. Друидов, блять, в рейде. Джанг, смотри этот. У тебя метка демон. Джанг уходит, прохил его. Так он ушел, даже не успел прохитить. Я даже не успел даже что делать, да. Меня прохитите. Блять, я что-то. Ну вот. Потому что меня дамазит метка, во-первых, и прилетели без. Ладно. Так, ты семечко 3 секунды забил. Джанг не справляется. Да, все, убегайте, Джанг не справляется. Ну все, значит. Там, говорю, надо уметь это делать, надо кучу времени потратить, чтобы натренироваться, как это делать. Что там уметь? Петя пересказал, койл кидаешь, блядь, нахуй раскрестовался, там фир еще раз раскрестовался, убил, все. Там, видишь, что, стан даешь, проказ даешь, забегаешь в сферу, койл, ты фуловый и еще проказ, все. Ну, Войт, на тебе. Это... Ну, опять же, это надо тестить. Мистер Бон, ты здесь еще? Да. Заходи тогда. Джан, кулите пока. Не, его можно оставить, пускай трэш пиздошит и все. Трэш? Ну, так, блядь, это будет меньше. Хотя... Два импала справляются за на ура. Он погодите, у нас, блядь, здесь Войт, блядь, стоит, блядь, в этом диване, блядь, может, останусь, не пойму. Где он есть-то? Опять отошел. Этот, хорошо, тогда Сасуна, ты меня будешь подменять, Саня. Или не Сасуна, давай лучше ты, Саня. В смысле подменять?
Ну, я не закрою только, по-моему. Без глыбы. То есть у меня две глыбы, потом мы меняемся местами с тобой. Ой, не хватает нихуя. Окей. Данг, ты сейчас стоишь в мили-зоне. В мили-зоне. Не в мили-зоне он стоит. Он сейчас стоит в хилах у стенки. Ну, в хилах, да. В хилах стоишь и все время играешь по трэшу. Появляется трэш, приоритет трэша уешкой. Пока так попробуем. Если нет, мы то заменим тогда. Не печу. Поставил рыбу. Санечка, видел момент, как меня сложило? Да, причем моментально. Ну, где Саша, ты там сказал, я ухожу, и, блядь, тебе хочу что сделать успели. В смысле? Так при чем здесь нет, ухожу? Нет, мне... Смотри, Санек, в тебя прилетела длань, и ты в этот момент улетел в комнату, да? Это... Я не улетал в комнату. Нет. Это Джанг улетел, ступил. Джанг сразу улетел в комнату, но я говорю, похилить его даже не успели. Я говорю это... про Шпукера, что его сразу же сложил на. Короче, ну, он сказал прохиливать, был фуловый. Я ему щит кинул, он вместе с щитом тут же лег. Объясню, почему я сдох. У меня залетели демоны, и на мне была метка. Меня задамажила метка, и прилетели демоны. В один момент прошло два урона, и я сдох. Не везучий ты, Саша. Джанг, ты где? Беги быстрее. Давайте ставьте шкаф, давайте вонить его. Как он увидит шкаф? Он с собой вонит. Мебель с собой поставит. Вы опять встаете, не пойми нахуя. Ну типа сколько мы уже стоим? Вставать быстрее, чем ждать реса. Надо на 8. Ну вот. Что-то он не очень долго. Никто тебе не сказал ходить, думай. Ну когда будет масс рес, тогда будет еще лучше. Накачайте 3 левела, гильдия осталось. Давай, скорее беги. Оп. Жопой шевелим. Пробуем еще раз, так. Ты какой так? Давай поменяем Джанка, давай другого поставим, чтобы сразу закрывать Саша. Зачем пробовать? Так не все получается. Уже сделал, уже. Подожди, Жень, ты можешь все сделать. А, уже поменяли, ну ладно. Да. Тогда все, умолчу. Не, кстати, по урону у нас нормально. Очень даже нормально. По блоку, по уху. Да он сейчас ляжет, босс, это он, блядь, это нерв, на него жизни меньше стало, мне кажется. Не, нерв. 22 также был. Да? Мне кажется, ну, просто урона больше, урона так больше стало. Какая метка моя? Крес? Квадрат. Печенька. Можешь, Петя, можешь по Пете вначале идти бить, я скажу тебе, когда отходить. Вначале бей. Хорошо, если на вас двоих семка, вы сразу говорите, все. Не кидает метку демона, если на тебе семка. Ладно, давай, я постараюсь этот момент проследить, но, бля, это будет тяжко. Давай. Давай. Я буду тут зам. Еп, Женька, давай. Будет встанет. В таких ситуациях могу сейчас зубы давать. На мне семка. Лучше выбеги 5. Ну, конечно, рано. На тебе все, можешь. Ну, не давайте мне истерии, ну, пожалуйста. Ну, опять, ну, все, я пошел. Ну никогда не кидайте мне истерию вообще, никогда, просто забейте истерию, кидайте в хики, просто спасайте себе макрос, который не позволяет вам кидать. Тихо. Я говорю, блядь, это блядь, на хиле всем опорча, ребята. Ой, да, всем-то. Не выбежу, мне надо убегать, сейчас брали, не надо убегать. Я забыл. Нет, ты просто смотри урона не получай, подальше от бесов, иди и все. Войда на фул поднимите. Он умереть может. Выхожу. Хочу войдан фул. Меня метка повесили. Меня сейчас тоже на фул держите. Всегда. Саня, если что, зубы закинешь, когда скажу. Поддерживай, Саш, его на прохиле рейд. Кинем его. На спину кинем. Ухожу.
Да, это пятного дела. Отойди, Малик, отойди. Отходи. Заразился? Да, да, сыграли, нет. 3 секунды нам поставить. Санек, справа бесы стоят, которые меня не убить могут, играй в них. Джан, помогай лис бить бесов, которые справа стоят. Войд сдох. Войд умер. Про... Я сдох. Не, ребят, там, блядь, стоит вам что-то ткань, это жестко. Давай, может, здесь просто на тупого поставим. Я зайду на декахника, поставим просто медиков дольше побьем. И будешь меньше пробивать. А уже не мама, не резиновая. Два пристаясь, да, и тотем. Давай так и сделаем. Мистер Бонд справлялся. Джанг, давай, короче, на замену. Мистер Бонд, заходи, я тоже на... Типа... Это есть, но ханты не закрывают, там хантам пизда будет. Ханты же вот с самого начала Карахэма закрывают сурвы. Ну, я не знаю, как там хантом закрыть. Там надо скилловым быть, чтобы закрыть на ханте. Да там просто. Там пятки ебашит. Не, там у него, считай, как у Фурика... То слово таргетный про дамаг. Вот у меня хант уже по 20 косарей будет сносить с одного выстрела. Мистер Бон, ты тут? Да, я захожу. На, петь тебе обмен. Короче, так. Ой. Мы его не сомнем, да. Джанг, ты не поставил шкаф? Улетел уже. Да. Блядь. Ну что, погодите, давайте умру сейчас, да, блядь. Уйдите двое, умрите здесь, и все. Сейчас выйдем, блядь, и сманем его. Меня тоже нужно будет сманить. Это, бля, нечестно, как так переиграл. Все, сейчас сманем, блядь, придем. Заебись, блядь. Оксан. Бля, он дамажит, пидора. Выбейте подальше, может быть. Что за хуйня тут? О, ПВП! Ребята, он что, еще босс бьет? Да. Ну через стенку херачил. Да, блядь, меня портал нахуй этот аж. Аж, блядь, Даларан. Он вышел по-моему. Добирай мистер Бонда тогда. Все, давай, саманьте. И меня вместо НДКшника. Коля, прыгай в анхолика своего, который со щитком. Понадобится щиток. О, пахлава на врытый каспек его, точно. А вы вдвоем танчите и все. ГДК, о, да, более ГДК. Да, давай, давай, так и есть. Этот, ты оставайся в ГДК. В ГДК пахлаван прыгай в этого. Давайте Милика. Я на комнату встану. Нет, давайте да, на мобах вместе с тремя рпавами. Вы сами на себя щиток, и вы спокойно долбите, уешите и босса, и песок. Я у вас не знаю, что здесь больше. Стоит. Пускай какой-то милик стоит. Давай, это самое. Иди по пару. А, да, можно Войда поставить на босса, чтобы он, если что, дальних мобов хуярил. Кстати, тоже как варик. Значит, кино. Да, и он своим вампиром как раз будет их подтягивать к боссу. Ну да, и обеть вампира как раз он себя будет прохиливать. Да там даже когда не бьешь, блядь, они меня бьют нахуй. А потому что у тебя это, как ее, всепожирающая чума, тебе хпшку тоже леденит. Ну она тикает и висит. Ну она тикает в тот момент, когда надо, и они на тебя разворачиваются, и все стоят. И если что, у Войда есть достаточно сильный АОЕшка, если дуть в чистом босса. Тоже это, интересно. Это которая сопля, что ли? Нет, это сушение разума, она раз в секунду по 5 косарей примерно тикает. Ну да. Плюс сопля. На крайняк сейчас попробуем, если не получится, я один трай попробую в слово там, короче, у меня уже получится. Че, я на комнату встаю? Бережешь нас, бля. Тут ауе-ауе от двух ретриков хватит, типа, если не тупить. Просто символ поставьте на гнев небес.
если нету. Это... А, кстати, не, у меня Вадим. Есть символ, могу дать. А вы можете по очереди, кстати, на комнату вставать втроем, три бабла. Нет? Да нет, да я закрою все комнаты. Первое крылья, второе бабл, и третье 50 на 50, все. Первая автоатака, а вторая автоатака, третья автоатака. Не, на паладине быстро не убьешь. Короче, мистер Бонд крест, квадрат, получается, Петя, у нас Аня, Сосуна. Так, поставь этот Петь рыбу и дай мне супрот, пожалуйста. Да, я тебе просто передам, а потом, если что, передашь. Я про это ага, окей. Давай к рыбу сам поставишь. Давай. Да, просто мои три рыбки были, которые я хранил на всякие рыбы. Подключаю рыбу. Ты тебе в прошлый раз их отдал. Кого на пул давать во время боя? Кому на пул давай, отдавай сразу Войду закинь. Войду. А потом, когда крыльев не будет у Майлика, либо Пахлавана, там, спрашиваем их. Мы то же самое будем им истерии закидывать, когда у них крылья когда не было. Вот, в истерию кидайте роги. А оба. Смысл? Вначале не, рога нет. Не будет бить босс. О, Сосун. Кто на комнатах стоит? Какие люди? Сосун, смотрите, у меня для тебя есть. Все, давайте уже по делу. Крест этот Петя, у нас Сосуны, мистер Бонд стоит квадрат. А ты поставь на них эти метки, а то что-то они не на тех стоят. Да похитим вот над головой стоит. Все, заходите в комнату потихоньку. Ты Войт уже стоишь вместе там с людьми. Все что. Так. Ну, давай, Юй, ты первый начнешь танчить. Даю ДБМ пул. Все идите пока бить босса. А, я не лидер, Петь. Дай помощника либо лидера. Бесов сразу встанет или пусть он подбегает сначала, потом встанет? Ну, около босса будут, короче, не в боссе, около босса. Я понял. Кейт с босса идет. Босса бьете. Сейчас длань кого-нибудь вяжет кого-нибудь. Димычка, Двань, выбежал один. Человек, все остальные бейте. А на мне симка, я могу побить босса, да? Ладно, ну, я буду стоять и все, мне ты демона скажу. Метка демона, мистер Бон, его на пол. Поддерживайся. Я забрал, если что. После каста захожу, парахил. Захожу. На мне метка. Идет. Ты забрал босса заново, мистер Юй? У меня что-то не забрался босса. О, ты что? После каста захожу. Захожу, прохился. Взорвали семку. Грипни второго беса большого. Я его убью. Мистер Бон, про хил захожу. Ура! Бесов не пропускайте до этой. Дайте вертуху, они остановятся. То есть упреждение. Напоминаю, семка висит, отбегайте немножко, чтобы бесы когда взрываются. У вас не дамажные. Пахлаван, не отходи от босса далеко.
Массакру нажми, мастерал, о, не массакру, а это нажми, айсбаун. После сопли ухожу. После каста зайду, мистер Бон. Захожу. Прохил, мистер Бон. Метка на Сасуна. Ребят, я еще голоса тоже не понимаю. Говорите, кто заходит. Рога, блять, я знаю, то только Петя и Саша все по голосу. Все, третья Рога. Ну мало ли кто-то другой, блядь, решил выйти, блядь. Ну, Пахлава она тоже запомнил, да. После каста захожу. Сосуну поднять. Скинул баблом. Забрал босс. Бля. Моя реклама. Рога прохил. Захожу. РДД сыграйте по весу. Тут я один РДД. Навар, дай, пожалуйста, этот. Сейчас, через минуту. Гимдаша, я дам тут тотем. Скашка. Хорошо. 20% босса. Хрен на ума. Прохил со стороны. Чё ж там так ебашит, блять, сейчас, ребята. Бесом настакивают. Бля, такого не было, бля, когда мы, блять, ходили свои пятерку, простите, блядь, десятка, я не знаю. Бес, Войд, выбеги. Войд. Не обязательно в метку, не в метку. Куда ты побежал, сейчас Петя заразит. Ну все, вставай, в метку я пошел дамажить. Все, там уже выйдет. Задамажили. Да не, говно. Трех миликов, если ставить, слишком мало урона по боссу идет. Угу. Надо еще кого-то поменять. Надо вообще всех миликов взять, все. Нужно и в идеале, чтобы 2 РДД как-то 100% закрывало. Типа, 3 милика тоже можно вообще изи, но урона нет. Ну если... А сколько у нас? 1 РДД, да? Ну вот до РДД заменить на... Помните? Одна босса поставить. Давай я опять на мага. Ну ты 2 комнаты закроешь, а потом все. А мы убиваем 20% босса за несколько комнат. Но у меня не сразу же комнаты вешалось. У меня было, что я комната... О, они убили этого Мороза. Ура. Не, надо по-любому это копыто как-то закрывать. Я думал, сейчас моменты как. Типа, я могу еще предложить на ДК Шестрова потанчить этот, сделать его менее пробиваемым. Сейчас мне больнее било. Попробуй соло, а Юй сейчас... Проблема не в танках, Сань. Проблема в том, что у нас нет по факту на комнате. Добавится Юй. Будет так вот, автоматически добавится плюс 1 ДДшник. Это как минимум. Да, но да. Ладно. Стоп, я думаю, надо попробовать на засунку поставить обратно к боссу. Юи станет, блядь, в метку в БДКшке, хотя надо будет закрывать там бить. И 3 ретрика будут ебашить стоять, блядь, около босса. И там Сашка будет видеть, кто выбегает поближе и... Давай один трай попробуем, сейчас посмотрю, есть кожа у меня с собой, оптический мех, точнее, у меня его с собой нет, надо слетать. Есть кожа, оптический мех.
В ГБ два штуки, да? Вроде лежит, первые чайки. Да, первый не может быть. Первый бы уже забрали бы давно. А, во второй два штуки лежит. О. Это хорошо. Так, все, сейчас я тогда перечарюсь. На тьму. Снова потанечу. Но я не смогу ничего анонсить, потому что мне нужно за своими вещами следить. Я вообще полностью молчу, вы там сами делайте. Потому что... Что, в одного танка сейчас будем пробовать? Ну. А так, так как много урона пролетало из-за того, что бесы не умирают, да, получается? Сейчас, да, сейчас, короче, сейчас это, три ретрика будут бить. С ними будет Войса бить, Петя, Петя, Рога, Юи будут в метках и попробуем. Я думаю, это хороший сетап, просто надо к нему сейчас притыкаться будет. Все, так, есть 400 моих саппорта есть. Я смотрю, вот видос, тут вообще два шипа и лог закрывают комнату. Я тоже видел. Да нас закрывали, шипы, помните, у нас для Ваня закрывал, блядь, локом свободно. А есть еще у кого друидовский баф? Так, у меня есть. У меня 14 бафа еще. Этот. Джанг, иди пока Африка попробуй сделать. Это как бы этот момент с комнатой по-любому надо решить. Как ни крути. В идеале это если РДДшник, когда мы столько урона просто тратим. Так, мистер Бон, получается, ну, все так же стоим. И Войда будем пробовать заново на комнату? Давай попробуем Войда. А, Войд, нет, подожди, Сань. А. Вообще два человека на видосе стоит на метках. И третий, кого выберет, ну, выбегает. Вот я про это и говорю, что два человека. Давайте оставим Петю с Юи, пожалуйста. Войд будет стоять там. Или если кто-то третий будет, то тот выбежит в крест, в этот, ой, не в крест, в квадрат, и, блядь, и займет это место. Давай, это так и есть. Или давай, может, оставим, попробуем. Смотри. Мистер Бонда и Войда оставим. И Петя пойдет бить тоже. Смотри. Если на меня повешалась семечка, то на меня не прилетит ни длань, ни метка. Я могу свободно сбегать, бить босса, а кто-то меня подменяет. У кого нету семки. Ну, давай. С Ацуной будете меняться, короче. Я не могу ничего носить сейчас. Вы давайте сами разберитесь здесь. Да, мы с мистером Бонусом в двух метках. На кого кидается семечка, тот озвучивает, кого менять. Все. Хорошо. Давай. Так и сделаем. Мистер Бон, ты понял, что от тебя хотят? Нет. Объясни. Смотри, ему. Есть два дебафа. Либо семечка, либо метка демона. Да? Ну. Вот когда на тебе семечка, на тебе метка демона не может повешаться. Поэтому ты говоришь, мистер Бон, бегу бить босса. Все, Сацуна тебя подменяет. Бьешь босса, пока на тебе семка не спала. Семка спала, Сацуна забегает в рейд, ты возвращаешься в свою метку. Все. Этот. Мистер Бон, ты крест? Петя Луна. Сейчас я толмиваю. Смотри. Так там на двоих может кинуться, надо еще кого-то, чтобы на тебя, например. Так вот именно. Либо если, на мне может метка быть. Если на тебе метка, да если на тебе семка есть, да? Ну, мистер Бон, семка, а на тебе семка, тогда выбегает мои. Стрел очень честно занимаетесь, и все. Ну, здесь Малик с Пахлуаном у меня были в комнате. Бабл дать, ну что сложного. Блин, тут комнат будет до жопы нахуй. А что там, заходишь в комнату, появляется моб, даешь ему стан, бегаешь по шарикам и ломаешь ему лицо. Я вокруг него просто хожу. Точнее, я даже не вокруг него хожу, я просто на него иду, он шаг назад, сфера подо мной, шаг назад, сфера подо мной. Ну все, я его автоатаками считаю, убиваю. Что там, мистер Бонд? Сейчас я настрою быстро. Женя, сейчас сможешь не кастикский этот тему поставить, а милик с нет этого. Просто.
Кстати, Ю, ты сможешь убить демона в комнате, да? Да, думаю, сможешь. Ну, ты как это? Ну, давай тогда ты первый будешь выбегать на подмену. Второй — Сацун. Если на тебе семка, то бежит Сацун. Ну, так я... Ребята, подождите, ребята, мне надо, там бабушка зовет, надо подождать секунду, блядь, три минуты. Да, конечно, конечно, все перейдем. А это вы по-хорошему отслеживаете кому-то объявление, да? Это сложно будет, типа, отслеживать на всех, кто получается метки. О, эти семки. Не, я просто предложил, чтобы два человека стояло и все. Чтобы два человека стояло, нужно выносить, чтобы их два чистых всегда стояло. Потому что он один под меткой, ну и уходит в медитацию, он сразу кидает вторую метку. Так смотри, на кого может повеситься еще третий, если на вас двух? А вопрос, смотрите, а вопрос такой, метка демона вешается... А, подожди, стоп. Все могут закрыть, в принципе, если рандомно повешаться, главное выбежать, все. Третий, а метка. Давайте, кстати, так попробуем, а? Ну, давай, давай. Типа, давайте я еще раз проговорю. Теоретически, да, просто следите за своей меткой, если на вас повешалась метка, вы выбежали в рейндж от босса, и все. Похеру, на кого она кинется, все могут закрыть эту комнату и херачим босса. Но одного и поставим, да, на рейнджу, да. Он не будет бесов мели кидать, если вы отбудете. Будет. Не, он длань, да, он в кого-то будет кидать. Он кидает самую дальнюю цель, длань всегда, от босса. Тогда воид стоит, а, ну тогда без, там... Ну. Не воид. Давай, мистер Бонд. Да, я буду стоять. Лучше мистер Бонд. Ну давай, мистер Бонд. Мистер Бонд будет такой стоять. Велосипед придумывать, вас вообще послушать, огонь, это огонь. Вообще пиздец. Ну, по-любому, да, минимум двоим надо оставаться сзади, чтобы стояли. Ну я говорю, два человека будут, а не три стоять. Не, двое. Ну все, значит, двое будут стоять, все. Давайте еще раз, блядь. Кто что делает, стоит? Тут все перебивают друг друга, блядь. Смотри, стоит мистер Бонд в хике. Ваш вестится на вас кого-то семка, он выбегает в мирезону бить босса. А другой на замену ему бежит. Понятно? Другой, а кто на замену бежит? Юи, ну, давай на замену. Сацуны, потом Маилик. Вот по очереди. Кто-то и так меняйтесь, чередуйтесь друг друга. То же самое, мистер Бонд семка пропал, он тоже может выбегать. Поменять кого-то. Ну и так далее. То есть у вас на замене 5 человек получается. Будет. Кто бегает. А в Кики, Сацуна, Юи, Майлик. Квадрат. Квадрат, Луна. Сочи вначале крест Луна. Крест Луна. И вот туда и гуси убегают. В принципе. По поводу двух целей обязательно стоять. Одна цель обязательно должна быть, чтобы улетела метка демона. Не метка демона, а дуань. Обязательно. Ну да, самую первую тактику, которую я слышал, на рейнже стоял хан, в него летала демоническая длань, и если он уходит, то одна цель выходит в сторону, и все. Да, не обязательно две цели, обязательно одна. Ну да. Ну, у нас смотри, сейчас нету такого гира, чтобы мы его задавили просто минус 3 человека. Поэтому нам надо что-то придумать полегче. Женька, ну что ты там, пришел? У нас просто сейчас по факту есть пати, которую каждый человек может закрыть. На хилов не в приоритете. Хилы после бидашников идут в приоритете на метку демона. То есть, соответственно, вешают на любого из бидашников. Все бидашники вроде как могут закрыть. Ну, чисто войду тяжело. То есть можно, в принципе, вообще через одну метку играть. Одна метка стоит, на него кидается, получается, семечко, он забегает в мелизону, другой человек выбегает. Ну, без семечки. Суть, понимаете? Метка демона повесилась на человека, выбегает еще один человек на помощь к нему. Ну, давайте вначале так попробуем. Рейн, ты тут? Все, ребята, я здесь, спасибо, погнали.
Все нормально, нормально, заходите, только смотрите, не забудьте босса. Попробуем через две метки, потом еще один шанс, так как я предложил, через одно, тоже так убиваем, точно. Ауру от огня поставьте. Ауру огня, тиммейт гасима должна быть. Все, готовность на пул. И третью ауру вместо воздания. Да. Вадим. Мейлик. Блядь, станчик стоит. Почему? Вадим. Стоит танчик у меня. Ну, все здесь. Третью ауру поставьте, у кого воздаяние. Вначале все боссы идите пейте. Вообще все? Видите? Да, все. Mm-hmm. Можно пару секунд всем бить прям. Там же таймер метки демона есть? Ай, подожди, ладно. Вначале Дуань лечит. Вместо метка. Вот после семки будет Дуань. Можете убегать потихоньку. А, нет, еще. Ну, отлично. Ну, вот сейчас станет. Вот Дуань полетел. На мне имя Феринова. На Сацуна семечко. Мейлик, замени мистер Бонда. Мистер Бонда замени. Я просто такие сборные. Пока сыграю, хорошо. Семка спала. После следующей длани уйду. Че, я молчу, ребята, потому что мне тут надо следить стаками, чтобы не проебаем. Вылетит, пожо. Сацуна семка. Сами уже разбирайтесь. Семка спала. Мистер Бонд прохил, я захожу. На мне метка демона. Хорошо. Он не сбил. Кинул в таки, хорошо. Мистер Бонд 7 порчу зашел. Заменили? Да, да. Нет, и на мне 7 кинул. Заменяю. Прохил, ухожу. 7 упала, пошел обратно. Метка на мне, Сасуны. Всеми мистер Бонд пошел бить. Замените Бонда. В луну. В луну. Я освободим метки нет. Семечка на мейлик. Мистер Бонд возвернулся. Посмотри. Скинул баблом. Тики, метка. На мне метка. Не после следующей длани ухожу. На мейлике семечко. Выбежал. Мистер Бонд выбежал. Так, длань в меня, прохил, и я ухожу. Вой, дай гимн на ману. Даю. Спасибо. Меня держите, я не знаю, куда смогу скинуть стаки сейчас. Тяжкая ситуация. Будет он пилить меня, придется сильно. О, нормально скину.
Все, вышел. Готов ловить меня, выйди на мат. Мистер Бонд после каста захожу. Я заменю тебе. А мне семечко. Я позаменю. Захожу, прохил, мистер Бонд. На мне метка. Петь, выйдешь? У меня семка. Ты, я тогда выйду на все сутки. Я выйду, выйду. Две секунды выходу. Тебе профит не будет забить просто. Пацаны, семка. Мелика прохил. Меня прохильте. Ой, блядь. Есть проблемы. Ты проебал, да? Блядь, не проебался, повезло. Олика, повезло. С отцом на семка. Так, Юи будет выбегать тогда следующий. Мелика нет. А мне семка, я ее замени. Ее в крест. Мистер Бонд прохил. Раз, да. Женя, нужно ману восстанавливать. Мистер Бонд прохил. Не, все нормально, давай, давай, Хильда, вы занимайтесь собой, ребят. Я скажу, когда ману мне нужно самому. Пухлован выбежал, пухлован выбежал. Все, молчу. Я не лезу. У меня своих дел хватает. Зайдешь после медитации, зайдешь в комнату, да, бабу. Иду на крест. Все, встало. Вот сейчас я точно проебался. Все, дебей. Мистер Бонда метка. Скажешь, 30% все закинул. Ну, я не знаю, 20 таков придется меня выкидывать сейчас. Сдохну. Авар, кастуй гим. О, мяч. Держись. Мистер Бонд прохил. Да, меня служил. Захожу, прохилился. Все, давайте, я вообще не буду лезть в ваши дела, потому что я один раз залез, блядь, и проебался, если честно. Ну 49% это уже 50% босса убили. Но... Офигенно. Не, а как мы лигнули? Да его не прохилили, это. Его не прохилили, да. Все, заходите, сейчас я не проебусь, короче, это спокойно. Вот там танчивается в слово. Ребята, ну, Сашку уже прошибало, так прошибало, блядь, как никогда никого не прошибало. А потому что он прыгал в так, и его просто ебнул, и все. Да, меня... Я ну, красиво скинул в таки. Чисто теоретически. Мы убили 50% босса. Скибиди залили ману, у него, считай, фулл мана. То есть, вполне. Знаете, как я проебался? У меня не хватило энергии нажать зеленку. А зачем ты энергию тратишь? Так босс на тебя всегда. Кстати, да, ты можешь здесь убрать макрос на иронический удар, потому что здесь особо урона в босса нет. Ты ЛПшками чисто удержишь его. Ну да, мне надо, наверное, убрать макросы, потому что ну и нахер. Из-за этого и прочираешь-то факт. Да. Здесь вообще, здесь урона не так много в босса, поэтому там нормально тебе и так будет. В 6 ЛПшек дальше ЛПшка там. Так, да, давайте небольшой перерывчик.